Ну, сегодня мы открываем выставку, которая посвящается Олимпиаде, которая состоится в Париже. Но там состоятся Олимпийские игры, но и также Паралимпийские игры. И наш выбор – это осветить именно Паралимпийские игры, потому что, к сожалению, паралимпийские спортсмены часто остаются в тени. А мы хотели именно посвятить эту выставку этим спортсменам, чтобы им дать честь. На сегодняшний день, как вы знаете, Республика Казахстан имеет 21 лицензию на летние паралимпийские игры во Франции. Хотелось бы также сказать, что у нас впервые завоеваны лицензии пара каноэ среди женщин по пара настольному теннису и по волейболу сидя. Я бы хотел отметить, что данное мероприятие проходит впервые в таком масштабе. И я думаю, что население нашей страны будет знать своих героев, что называется, в лицо, и будет болеть за них на предстоящих летних паралимпийских играх. Сегодня знаменательный день для многих спортсменов, потому что в преддверии Олимпиады для меня была честь их фотографировать и популяризировать не только их деятельность, а именно визуальная часть. И здесь представлена наша паралимпийцы, которые получили лицензию. Есть еще другие виды спорта, которые, может быть, не участвуют, но все равно их спортсмены присутствуют. Когда я училась в Алматы, мне сказали, давай на греблях попробуй, говорит. И мне это понравилось. Я сначала гребля на байдарках занималась. И потом, когда после Токио добавили в ВЛ-3 женщина каноэ, и меня тренер подготовил 2 года, и я получила лицензию на чемпионате мира в Сегеде. Эмоция мухшты, очень керемет жасалган суреттер. Осы олимпиадаға баратын барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Алла қаласа, Қазақстанның көк туын желбіретіңіздер. Қазақстан тек қана алға.